Всем привет, вы на канале Темная Лица, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Мне почти 13 часов игры, но пока еще название я не знаю. Кстати говоря, друзья, я уже в принципе в группе написал, но все вам скажу, что в воскресенье стримов не будет, потому что я уезжаю к своей сестре в гости. И стрим, возьми финальную серию, именно стрим, я запишу, оказывается, в среду. Надеюсь, вы придете. Спасибо вам за понимание. Кстати говоря, Алекс, я с тобой полностью согласен. Твой комментарий прочитал, ты написал. Пушечные ярды, особенно при штурме форта, не понадобятся. Надо прокачивать. Понял тебя, Алекс, прокачаем. Пока что я понятия не имею, как у меня будет называться миссия, ну, по ходу прохождения. Я конечно, скажу название 13-й миссии, но пока просто я, ну, не знаю, честно, друзья. Поэтому всем желаю приятного просмотра. Так уж, какая же всё-таки это красивая и прикольная игра. Тихо, твой комментарий, Алекс, я все ваши комментарии читаю. Поэтому огромное всем спасибо, друзья, за поддержку, за ваши классные комментарии и за все остальное. Огромное вам всем респект и уважуха. Так, где же находится наш, блин, сундук? Походу он либо сверху, либо снизу. Просто я, наверное, слепой, немножечко не вижу. А, я понял, где он находится, все. Надо будет еще найти, по ходу дела, вроде бы, я понял. Так, он, получается, находится у нас... Нет, не тут. Скорее всего, где-то внизу, наверное, может, в пещерах. Ну, может быть, в принципе, и в пещерах, на самом деле. А там пещерах есть? По-моему, пещера есть, если я не ошибаюсь, а? Да. Так, да-да-да, я же говорю, пещера есть. Опа, бутылка с секретом. Я, честно, пока, друзья, не знаю, как будет миссия называться, 13-я, но... По ходу дела, правда. Ну, чтобы просто заранее не говорить, но просто я, правда, не знаю, как она будет называться, поэтому еще вот и не говорил. Так, о месте моего рождения. Ого, тут дофига чего читать. Захотите, почитайте, дорогие друзья. Вы же знаете, что я уже много раз говорил, что сейчас меня пока что никудышный. Так, ушки, полистаем. Так, ну тут, в принципе, много чего интересного рассказывает на самом деле. Просто если я начну ее читать, ух, блин, я просто, почему боюсь читать. Потому что я начну волноваться, не знаю, почему, когда читаю, я всегда волнуюсь. Ну, у меня такие долгие письма. Я, ну, начну сбиваться, все такое, я не хочу этого делать, а. Так, люди, все это понятно. База анимуса, это тоже ясно. Так, опа, вот он. О, Саутский Бэнк. Тайные. А вот это играет сундук. Так, у нас уже почти опять же 15 тысяч реалов. Это круто. Так, доберитесь до каюты капитана. Купите бортовые орудия. Ну давайте купим бортовые орудия. Почему бы и нет? Так, подожди. Блин, какая же это офигенная игра. Это суперская игра, честное слово, мне очень-очень нравится. Да, Алекс, ну блин, Алекс, спасибо за поддержку, спасибо вам всем за ваши классные комментарии, а. Конечно, мне не трудно поставить лайки, то, что я посмотрел, не переживай. Мне не трудно. Думаю, человек, к кому я обращаюсь, он понял меня. Не трудно, конечно. Я поставлю номер лайка именно, когда это видео посмотрю, чтобы ты понимал. Это я прекрасно понимаю, меня совершенно не сможет это сделать. Так, продажа грузов. У нас что-нибудь есть? Ого, 1200 реалов получается за сахар. А у Ром 1275 реалов. Опа, видите, у меня уже 17 косых реалов. Крутяк. Так, купить бортовые орудия. Опа, а теперь-то галка станет круче. Блин. Как же мне нравится все-таки эта игра. И ваши классные комментарии. Вообще спасибо вам всем за поддержку, правда. Так, внешний вид галки. Сейчас я смогу что-нибудь сделать? Не, хоть пока не могу. Видите, у меня получится дерево хватает, металла. Металла, кстати, нормально у меня. В принципе, у меня материала хватает для улучшения еще галки. Но просто пока что надо дальше компании проходить, чтобы галку улучшить. Кстати говоря, может, Эдварду купить костюм себе? Чуть-чуть новенькое. Ну, как бы я хотел это сделать. А, тут получилось только сменить. Или купить все-таки можно. Если можно купить, то будет прикольно. Так, это мне нравится, сейчас использую их. Они прикольные, кстати, я вот это поиспользую. Ну, давайте разнообразие сделать, а. Это слабенькие уже говно. Тут уже... Нет, круто, знаешь, даже круто и дороже, говно получается, видите, да? Да, урон хороший, но говно, вот это офигенное. Ох, это вообще шикардос, но правда все деньги потрачу, а. Ого, клинки с пистолетами. Стоимость. Ах ты, перевести после выполнения всех контактов на убийство. Ого! Блин, надо все-таки это сделать. Все контакты на убийство я выполню по ходу прохождения игры. Да, эту игрушку надо было стримить. Все-таки согласен с тобой, Алекс, полностью.
Видите, как команда радуется, а? Ставит галку улучшила. Блин, а. Это очень офигенная игра. И с каждым прохождением больше увлечения, ну, узнавание этой игрушки именно, то, что, ну, дальше я прохожу. И все больше и больше нравится эта игра. Браво, Кенвей! Ты создан для нашего дела. Что по сердцу, то не в тягость. Ха-ха. Здор. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Боже, да сам себя послушай. Все грезишь о своей красотке в Англии, а тут любую выбирай. Прибежит, только помани. Достойные цели, господа. А ведь я вроде как среди отпетых негодяев. Эдвард молодец. Отличная сделка. А что команда? Команда ликует. Поговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию. Плантацию? Как смело. И выгодно, если получится. Да. Это идея. Так, я думаю, тринадцатую миссию я сделаю очень даже интересной. Да, вот, да, я миссию завершил уже, предыдущую эту миссию, да, но просто я не успел, я, как сказать, я раньше времени просто вырубил ее, поэтому сейчас завершается у меня 12-я часть, но прохожу я 13-ю часть, не переживайте, это не название, название, походу, будет другое, может даже, сейчас узнаем название 13-й миссии, я просто сейчас в 13-й, получается, дело завершил немного 12-ю часть, все нормально, друзья, все хорошо. Так, ну-ка, значит, перед тем, как я отправлюсь на миссию, сейчас я название на миссии все-таки скажу уже, нашей основной. Я контракт на убийство хочу выполнить, а. Так, получается название миссии. О, название 13-й миссии, урожай сахарного тростника. Я желаю всем приятного просмотра еще раз. И огромное вам всем спасибо за поддержку. Ух ты, ух ты. Акула бык, охотничий трофей для продажи и ремесел. Ого. Видите, все больше и больше местности я открываю. Получается, тут уже могу я в Гавану переместиться. Получается, тут могу переместиться на Насау. Блин, тут, получается, Скотт Сил, как там, за Гостов, блин, да офигенно. Так, пойду я быстро контакт возьму перед выполнением основной миссии. Эдвард, отпусти штурвал. Отпусти, Эдвард. Эдвард, отпусти штурвал. Вот, спасибо. Видите, галка сама швартуется, а? А, крутяк. Фух, сейчас пойду я быстро контракт на убийство выполню. Тикаю, мне еще надо 4 точки, по-моему, или 5 в этом острове открыть. Да нормально, все, ребят, спасибо. Блин, а миссия это вообще будет прикольная, именно основная. Я просто хочу выполнить все контракты, чтобы получить себе прикольный клинок. Он классный. Так, где нам можно взять контракт на убийство? А, вот он где. Сколько, видите, получается, я еще, по сути говоря, так, подожди, так вот поближе. Я же вроде бы не все открыл. Ну да, получается, видите, сколько тут сундуков, видите, сколько, а? Офигеть. Так, вот сюда вот нам. Выполним быстро контактное убийство и пойдем, как говорится, выполнить основное задание. В любом случае, вам будет все равно интересно, надеюсь я. Так, что ж ты нам можешь предложить? Так, лучше, о, боезапас, мне кажется, боезапас у нас почти полон, надо дополнить, как говорится, зажигательные снаряды. Так что да, друзья, я ваши комментарии читаю и вашим советам прислушиваюсь, не переживайте, а. Я вот хочу потом, опа, корпус. Это корпус защищает Галкоц от большого урона. Ух ты, 4000 реалов. Так, бортовые орудия, получается, пушки. Кстати говоря, пушки у меня очень слабенькие, давайте все-таки пушки улучшим, а. Ого, видите, галку-то можно было. Так, мощность тарана. Опа, таран-то нужен. Почему бы и нет? Видите, я галку поулучшал. Все-таки не зря я, как сказать, грабил корабли пиратов. Пиратов охотников. Так, теперь получится у нас снаряды. Да, конечно, мощность ядер. Это очень даже важная вещица. Так, мощность кнопки. И это нужно. Да, конечно, блин, видите, как я в этой миссии еще и галку улучшил, а? Так, мортирные яда. Я сейчас пополню. Насколько смогу, я улучшу галку, а. Так, теперь мощность фалькона. Да. Ой, блин, это тоже надо улучшать, а. Так, и теперь, если получится, я хочу корпус галки сделать. Так, мне не хватает всего 4. Я корпус галки потом улучшу. А это, я думаю, лучше потом оставить. Хотя, просто денег мне, видите. Получится, на корпус нужно столько денег.
Так, на кой по 4000, если сейчас я возьму, получается, этот, у меня нифига не останется, поэтому да. Видите, еще офигеть, я галку улучшила. А ну-ка, внешний вид. Опа, и внешний вид можно купить себе. Крутяк. А, или недоступно. Не, все-таки доступно. Ну вот, носовая фигура, все. Офигенно. Мортирные ядра. Так, теперь вы можете стрелять из мортир на большом расстоянии. Удерживайте R, чтобы активировать режим прицеливания. И используйте для наведения мортира. Нажмите для выстрелов. О, круто. Ну, видите, круто. Надо будет эту штучку в бою использовать. Да, ребята, да. Я галку еще лучше. Она стала еще круче. Согласен с вами, ребята, согласен. Да, уж классная команда у Эдварда. Так. Корабль лучше, получил усиление нанесение урона, вот, простите меня. Так, сейчас быстренько контакт возьмем. Раз, два, три, четыре. Так, ну все, тут... Так, тише, тише, я понял. Так, подкупить. Здравствуй, новая жизнь. Так, специальная обстановка. Опа, дождь пошел пройдено. Купите три улучшения для корабля. Видите, а? Еще прошел. Так, я думаю, опять же, за вас, дорогие друзья, выпью. Блин. До ваших родных за вас я выпью. Желаю вам крепкого большого здоровья и вашим родным того, что у вас будет все в жизни охеренно и хорошо. Мои дорогие друзья, спасибо вам всем за поддержку. Так, что мы можем новенького узнать у тебя? И походу ничего, ладно. Давайте все-таки выпьем за вас. И за ваших родных. Ведь семья — это самое главное в жизни. А все остальное, самая главная вещь — это семья и здоровье. А все остальное будет. Родные люди, которые нас окружают, которые реально помогут нам в любой момент, в любую трудную минуту. А не которые, типа, знаешь, я помогу тебе, ну, а потом хер тебе. Так, что-то у нас? А, показалось. Ух ты, как? Вот я немного выпил, Рома, да, уже этот трясёт, да капец как. Да еще и погодка, видите, какая охеренная. Сейчас быстренько выполним, так, контактное убийство, темные делишки. Ух ты. Да уж, темные делишки, блин. Прикольный контракт. Это всего лишь контракт, это не миссия. В смысле, это миссия на доп. А так основная моя миссия, которую я буду выполнять именно сейчас, но вообще просто в охоту прохождения, это именно вот 13-я. Урожай сахарного тростника. Вот это я буду выполнять. Так, доберитесь до вашей цели. В принципе, особо недалеко до цели. Поэтому давайте быстренько сейчас. Да, погодка не очень. Сундучок возьмем. Дождь такой офигенный идет. Так, сколько тут у нас еще сундуков осталось тыбзить? Опа, улучшение доступно. На следующий момент в каюте у капитана доступно 5 улучшений. Ох ты! Крутяк! Офигенно! Опа! Судский бэнк! Вот как это называется, как этот остров называется. Так, тут он получается не где сундук. А, сундук. Видите, какая погодка, да, охеренная, блин. Текаешься на когда-нибудь хочу потом прикольную игрушку стримить начать. Ну, после, конечно, прохождения именно резидента или той игры, которая выиграет, ну, на которой постримлю ее потом. После меня какая игра выиграет в вопросе, либо если нет, зачем, любая игра, которая выиграет в вопросе, я ее пойду, то хочу эту игрушку сейчас стримить. Она прикольная, с открытым миром, называется Tom Clancy's Ghost Recon. Она офигенная, я просто только по ней вопрос пойду, ну, типа, хорошо ли хорошо, вау, типа в нее поиграть. Типа, хорошо, ну, вообще, да, вопрос пойду. Так, чтобы выбрать Эдвард не плыл, время, чтобы я не тратил, давайте быстренько так, опа, и на корабль, а. Так, быстренько сейчас, подождите. Отпусти штурвал, Эдвард. Пойдем быстренько сходим. Что там у нас за улучшение доступно? Столько денег у меня вообще реалов осталось всего 6240. Фух, так. Улучшение, улучшение. Ну тут, в принципе, нам ничего такого нет, стекая пистолеты. Да, надо бы и Эдварду. Опа. А костюм получится еще есть. Приобрести фольт. А, применить. Ага. Костюм Эдвард. Легенды. Ну-ка, ну-ка, как он выглядит, если играть костюм? Ха-ха. Блин, я и костюм себе поменял на халяву, понимаете? На халяву даже не покупал. Прикольно. Ха-ха. Реально класс. Так, что-то у нас доступно. Я вроде так все продал, что можно было. Так, шкура кабана. Ну и, в принципе, даже эту шкуру надо покупать. Ну, и охотиться, конечно, надо будет. Я просто не особо люблю бить животных, поэтому... Не проще купить. Так, тут у нас будет... Знаете, что я ухлю себе потом, я же говорил. Корпус.
Блин, мне не хватает теперь дерева, капец, надо будет еще 35 дерева и 4 металла. Ну и чё, сейчас походу дело этих дебилов. Кого будем охотиться, заберем. Тикай, прикольно себе костюм взял. О, ну классненький такой костюмчик, а. Блин, тут вообще прикольная такая каюта, а. Капитана. Эдвард офигенный капитан. Пятый ассасин капитана. Так все, ребята, пошли убивать цель гребаную. И потом уже пойдем на сахарный тростник. Еще паруса отдать! Опа! Марселя! Брамселя! Бомбрамселя! Лиселя! Сколько, какой же это вот... молодец, а. Так, сейчас быстренько груз берем. А погодка, видите, наладилась, а. Дождь пошел, все хорошо. Ну, чистое море в любом случае, офигенно. Так, что у нас тут? Штирборд! Груз Морриса! Опа, металл! Прикольно, прикольно. Наша цель, получается, находится, ну, недалеко. Так, сейчас я быстро хочу, что я сейчас сделаю. Вот так вот. Так, получается, где наша цель? Наша цель? А, вообще совершенно недалеко. Во, темные делишки. Ой, нет, надо все-таки нажать на темные делишки. Во, все. Так, скорость перемещения, я понял, типа ускорение. До того момента, пока мы... Опа, корабль какой-то потопил. Так, ну блин, нужен сахар. Так мы, кстати говоря, до цели доберемся и пойдем уже миссию выполнить основную. Думаю, вам всем понравится мое прохождение. Я же кораблик быстро ограблю, а? Так сказать, опробую свои новые бортовые орудия. Опа-опа-опа-опа! Офигенно, ни хрена себе! Все, просто изи, да конечно абордаж. Хотя нет. Все, все, просто таран. Я просто потаранил, и я вообще КПС не потерял. Видите, как кигалку улучшил себя? Награда в сетевой игре, а в режиме сетевой игры доступны предметы персонализации. Ух ты! Вот тут поужёстче корабль уже будет, а? Ух ты, не-не-не-не. Ого, 20 тысяч, 2000 реалов. Не, пока мне кажется, все-таки рано этот корабль нападать. Мне кажется, да, рано. А это что за корабль? Брик какой-то. Это не я топил. Уже я забыл говорить. Подожди, подожди, что у нас тут? Меньше ход! Что у нас тут за корабль-то? Нас! Поднять всех, кроме нижних! Так, подождите, подождите, друзья. Сейчас. Что-то тут не такое, я не могу понять. Не могу понять, почему я ничего не могу взять. Видите? Держаться, парни, мы сходимся! А как сходимся? Может, нам надо обмануть его, а? Трави! Трави! Так, подождите, да я быстренько схожу, а. Все паруса, живо! Так, Ваня, сейчас я быстренько сплаваю, я что-то не понял пока ничего, но сейчас, походу, дело, капитан, может, надо... в море! Туда доплыть, стекая в море. Вот у меня в море вода очень чистая в игре. Охеренная. Стекаю все на канале, я скоро буду проходить, может, даже уже, полчаса, вот скоро буду проходить именно классную игру Watch Dogs Legion. Вот, подожди, по времени. Это времени. А давай, Эдвард, давай, не тупи. Все вроде бы, да? Все сундуки открыл. Так я не понял, что именно. Почему время идет, а? Типа когда поход на убийство я не выполню, а? Ну ладненько, не выполню, так не выполню. Или я не понял почему, ну ладно. Так что вам можно вернуться. Капитан, отдать гроты по ветру! Сам! Во, мы потопили их корабль. Готов к бою, сэр! А, походу, скорее всего, контакт не получится выполнить, да? Контакт, походу, не варик, да? Типа цель ушла. Ну, ладненько, думаю, потом еще выполним контакт. Ну, блин, что сказать? Не знаю, там, походу, контакт был временный. Я не знал об этом. Найдите вашу цель. Хотя, все, может паруса! Быть, нет. Ладненько, на получится то на основной цели. 2500, ну, да. 2500, даже еще много метров, вообще сказать так. Давай, так, 2500 метров. Так, это что у нас? Ёб твою мать. Сука, а вот моя и цель получается, а? Все-таки я выполню контактное убийство. Все хорошо. Так, кораблик. А, он вообще слабенький, а? Сейчас мы его быстренько поимеем, а? Опа, сундучок.
Вау, солнце светит, а. Еще один корабль. Не могу пойти, потому на время надо, что их опять брик. Опять брик, морской конник. Оник, сейчас быстренько этого дебила. Мы убьем придурка. Темная лошадка, что-то такое. Почему себя быстрее мы его убьем? Блин, надо же людей спасти, а. Так, стой, стой, стой. Так, я спас? Блин, не получилось. А, у меня там человек! Сам! Стреляйте вон туда! Пли! К бою готов! Пли! Ой-ой-ой! Так, подожди. Давай! Аба, так, убейте командовать, а? Убейте! Вы серьезно? А как я его убил? Контакт темные делишки. Не бывать мундиров на борту! Я так и не понял, как я его убил. Да ладно, друзья. Контакт выполнен, а сам основное не важно. Так, подождите, что-то я фигово стреляю, ребята. Блин, 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 Эдвард, Эдвард, пожалуйста, не тупи, Эдвард, твою мать. Эдвард, круто. Ого, видели? А, вот он, сука. Типа, как ты нашего мог убить, а? А пока, типа, черепок, пока он был убить, чтобы он нашего не убил. Как я понимаю. Опа, видите, у меня уже больше реалов стало, а? Блин, просто изи контакт был, изи. Опа, дерево, сжигательный экипаж. Галку, конечно, починить, хотя галка у меня пока целая. Ё-моё, ребята. Честное слово, любнейшее вам всем-всем-всем спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, мои новые друзья. Ну, думаю, будущие мои друзья. Так, кого мы? Зажигательный, второй уровень. Да, неинтересно. Оника, все. Вроде это груз, сэр. Ага, Сахар. Оника, ребята, пошли наконец-таки на основное задание. Опа, человека спасем, а? Сначала. Да-да-да, чувака спасем, как мы неплохие ребята, а? Вот и грабим. Ну, в принципе, мы грабим только козлов. Вот их нас... капитан, еще. Там в воде человек, сэр. Да, я спас. Молодцы мои, поют, ребята, а? Так, тут у нас... А, ничего такого интересного. Не будем даже топить их, а? А, кстати, я хотел сундук взять, да. Сейчас быстренько ладненько сплавим за сундуком. Так что быть. Поплывем уже наконец-таки... выполнить наше основное задание. Ну, в принципе, я же не говорю, что только основное буду выполнять, правильно, в этой миссии. Поэтому нормально все. Молодцы, ребята, поют песню классную. Она будет, правда, еще новенькую песню себе раздобыть. Правда, надо будет еще поймать ее сначала. Конечно. Так, тормозни, тормознись. Вау, красивый закат. Блин, балбес, а! Ну, сука, балбес я. Ребята, капитан за бортом! Ух ты! Вау, а что за птицы летают, а? Тебе тут дофига разных прикольных птиц в этой игре. Я реально понимаю, почему людям нравится эта классная игра. Честно? Мне самому она очень нравится, а? Лайк от души, лови. Блин. Спасибо вам всем, друзья, правда, огромное за поддержку. Реально, респект и уважуха. Я как будет времечко, я ваши стримы посмотрю, ваши прикольные прохождения. Если не успею на стрим, то потом... В любом случае, с ним посмотрю. Саня знает, я не кидаю. Я посмотрю ваши стримы. Потому что если я не успеваю, так, на стрим прийти, то я потом уже его посмотрю. Конечно, постараюсь прийти. Но если не успею, то потом уже посмотрю ваши прикольные стримы или классные прохождения. А у вас реально классные прикольные прохождения. Или прикольненькие обзоры. А, я молодец, Кристина, ты прикольные классные обзоры сделаешь. Тоже в духе продолжай. Так, все, ребята. Так, тут мы нереально, не варик. Сейчас быстренько. Оп, видите, погодка поменялась. Стало темно. Звезды появились. Опа, еще чувак за бортом. Сейчас мы спасем его. Опа. Все, человек. Понял. Вау, какая же это красивая игра. Поэтому тоже в духе. Кристина, продолжай. Вау, и луна. Еще человек, да сколько же вас тут, а? Капец, ребята, эта миссия вообще интересная. Слева по борту! Там это человек! Очень офигенная игра. Так, надо будет потопить их корабль. Потопить. Опа, сначала, знаете, что сделать? Хотя да. Вот так вот. Убавить лиселя! Ждем приказа, сэр! Я могу груз забрать?
Не могу. Балбес, надо было сначала, как я сделал в предыдущий раз. Сначала взять груз, а потом уже... Балбес, а? Ну, понимаете, а потом уже... топить корабль, а? Да просто, видите, за определенное время надо было топить корабль, а? Ладненько, ребятки. Блин. Еще раз всем желаю приятного просмотра. Правда, да, это очень стоящая игра. Всем рекомендую в нее поиграть. Опа, вот получается и как морской конвой, да? Ну-ка, ну-ка, какой уровень? Ух, ёб твою мать! Сука, не знаю, смогу ли я это утопить его, но, кажется, попытаюсь. Справа! Конвой! Богатая нажива! Богатая? Так, фальконы. Ослабить бизань! Фальконы, фальконы, что-то не работает фальконы. Я пока просто не в дублюрах правильно делать, но... Там, по-моему... Буковку R и Z. Ладненько, давайте так. Ударим по ним здесь, Кэп! Так, это все? Готовы стрелять, Кэп! Да уж, нелегко будет потопить этот гребаный конвой. И чувака спасаю, блин, сотекай, сами потопили, сами спасаю. Да, Кэп! Они открылись! Старьте-ка по ним, сэр! Блин, ладненько, самое главное. Да уж, конвой жесткий, ничего не скажешь. Он тут какой-то корабль. Подмога, капитан. Друзья, известность подросла. Твою мать, опять я стал известным, а. Друзья, я почти... не зря галку уничтожил, а. Вот реально не зря. Глотни водички. Вот прям чувствовал, что капец придется, а. Смотри, надо будет, ну, то, что будет трудно. Блин! Я молодец, а. Заранее, галочку получил. Еще охотники, твою мать, еще охотники сейчас нападут на меня. Блин! Назад, или нас... Понял, спасибо, Живали, спасибо тебе. Блин, еще сохранёнка такая. Сам, заряжаем! Надо срочно их убивать, а. Не, сука, эти гребаные конвои жесткие, а. Еще залповый пойдёт! Как они умеют, а. Конвой очень жесткий, капец, ребята, а. Я не думал, что такая. Они очень. У них очень сильные бортовые орудия, ну, в смысле, фальконы, не фальконы, именно ядра. Капец, я не думал, что такие жесткие. Я еще эти дебилы на меня плывут, а. Блин! Еще эти, еще и пер. Твою налево. Ребята, походу пришел каюка. Как говорится, все бывает в жизни первый раз. Да, сука, все бывает первый раз, а. Понял, спасибо тебе. Блин, сука, утопили нас, а. Просрали мы гребаный морской конвой, но, как говорится, дорогие друзья, все бывает в первый раз. Надеюсь, вы меня простите и не будете, чего такого, ну, как говорить, а ты лошарик, блин, как ты мог просрать. Просто я свои силы не рассчитал, думал, что смогу выиграть. Нет, в принципе, на самом деле, я бы смог выиграть. Просто тактика у меня была тупейшая. Я немножечко тупанул, ребята. Поэтому и просрал этому конвою. Хотя, вражеский корабль. Ладненько, попули нас все-таки наконец-таки на основной. А вот и конвой. Морской конвой. Не. Все-таки матч и реванш я все-таки возьму, ребята. Если, конечно, эта вариация есть. Подожди. Я уже галку. Подожди. Стойте, ребята. Во, конвой. Во. Где он? Не-не-не, ребята, я понимаю, что основная миссия это важно, я выполню ее, но просто матч-реванш надо взять, как говорится. Я всегда хочу добиваться своей цели, по крайней мере, стараюсь сделать так. Надеюсь, вам понравятся мои прикольные прохождения и стримы. Мне очень важно нравятся прикольные стримы и прохождения, и ваши разные прикольники и другие видеоролики. Потому что у меня есть друзья не только, которые снимают игры, но которые прикольники обзоры делают на разные прикольные вещи. На продукты или не только продукты. Поэтому... Молодцы вы. Так, тебя первого мы гасанем, а. Слабое место! Блин! Не чита Кэпу! Так, человек за бортом. Что, хороша водичка? Не, мы не можем чувака взять. Или можем. Правый борт, Кэп! Там кто-то плавает, Кэп! Анника, пускай плавает, честное слово. Сейчас нет желания, на самом деле, туман. Блин, сука так. Ну все, посмотри. Ладненько, все, мы, в принципе, почти к миссии идем. Ух. Надеюсь, сейчас у меня получится на самом деле этот гребаный корабль. Вот как уничтожить. Надеюсь, я
Сейчас не тупанул. Да, если бы был стрим, было бы на самом деле прикольнее. Сука, корабль очень жесткий. Мне 120 тысяч, по-моему, 2000 реалов дают, да? Да, 2000 реалов. Слева, капитан! Конвой! Добра там! Рифить все марселя! Да, да, об этом хватает, согласен с тобой, согласен. Ну и проблем тоже хватает, а. Задраить люки! Двое готов, сэр! Блин! Блин! Они уязвимы здесь, надо бить! У нас блин! Пробоина! Держись! Ого, видели все, конечно, что тупо снимают, да? Можем взять их на абордаж, сэр! Да, надо, надо на абордаж взять, надо. Блин! Надо, нужно. Блин! Нет, все быстренько беру на абордаж любой корабль, а. Любой. Ждем приказа! Вот, потому что жизни я капец осталось мало в галке, а. Да уж, сука, нет, конвой морской сюжетки очень даже трудно, а. Ну, сейчас я галку лучше, тогда уже нападу будет все хорошо. Я сейчас постараюсь этот корабль выиграть. Но не факт, что меня опять не раздолбает. Если сейчас меня раздолбают, в третий раз я пытаться не буду. Хоть бог любит троиться, друзья, но я не буду пытаться и пойду уже наконец-таки на основную нашу миссию. Ну, в принципе, у меня очень прикольная миссия. Видите, она же два вариации дают. Типа галку починить и что-то и отправить типа еще аккуратно. Я так не. Ну, быстро нажал, не понял. Так, получается. Не, на абордаж. Это зря я на абордаж взял, надо было потом. Ну, чтобы вариация была еще раз галку починить. Так, ладненько. Надеюсь, эти дебилы тебе хп не починят. Ну, не уходят. Хотя когда бы они смогут? Блин, что ты там мажешь? И последний раз лоханулся я. Бывает, ставив фальконы себе лучше, вообще все бы улучшал. Кстати, я еще даже не хочу далеко идти. Спешно прыгать не хочу. Назад ты! Все, я не хотел по своему кораблю перемещаться. Так, да, да. Блин, друзья, спасибо вам, что вы в вопросе на самом деле участвовали. Спасибо вам всем, что вы участвуете в вопросах, которые я провожу. Так, снизить известность. Снизить известность. Вот что это можно. Это правда, лучше снизить пока известность, а? Мне нужны люди. Вот видите, теперь я. У меня еще люди появились, а? Прикольненько. Спасибо вам за поддержку. Видите, они конвой Баха предали им за меня. Тебе будет. Поймать ветер! Так, конвой гребаный. Хватит материалов, чтобы получить. Не вышло! Перезаряжай! Паруса! Блин! Насмерть! Бой насмерть! Кто кого? Эдвард Кэмерон или гребаный конвой, потому что их. Не подходите зовут, близко! Сау! Сука, они очень даже жесткие, а? Реально капец какие. Так, подожди, это. Наше преимущество это скорость. Их преимущество это противоположное орудие. Ща, в сторону пошло! Блин! Я сейчас, надеюсь, попадем, а? Так, подожди, друзья. Сам! Кидаем бочки, а? Опа, мини-остров. Так. Лево, 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 лево руля, лево руля. Блин! Да уж, сука, морской конвой на самом деле очень трудно удержать. Даже. Блин! Все-таки не пять, а слабее, а? Не попали! Морской, сука, я думал, нет, слабые. Честно, я думал, на самом деле, слабые. Блин! Дима, хочет поутать? Гаси давай. Блин! Надеюсь, правда, получится сейчас, да? Я снизил известность, поэтому хорошо. Фунтики на пятый пришел не будет, да? Блин! Повезли, Сидар! Корабля у нас нет! Блин! Нам скоро крыть! Нет, все-таки, сука, не получается никак, а? Осторожнее! Твою мать, а! Вы понимаете, что я сделал? Просто взял... Не, все-таки, ребята, я не справляюсь, а? Не, не получается. Никаким хреном. Не, все. Все, морской конвой не покорится мне сейчас. В следующий раз. Думаю, до себя вы простите меня, что я не смог морской конвой покорить. Потому что, увы, но эти ублюдки слишком сильные.
Пойдемте быстренько выполнить наше основное задание. Я думаю, миссия основная будет короткая. На самом деле, выражаясь охрану тростника. Да, я думал все-таки, что я выиграю после конвоя, но увы, сука, у них очень сильный корабль. Бортовые орудия крепкие, ну, в смысле, очень сильные бортовые орудия. Блин, офигенная броня. Ну, вы понимаете. А у меня пока галка слабенькая, поэтому не вариация. Простите, люди, есть времени. Я так уже много времени потерял. Готовы бить, сэр! На вату, на абордаж. Сейчас быстренько на абордаж. Да, галку чинить не нужно. Сейчас. Вот сюда. Пойдемте выполнить основное задание. В принципе, я сам делаю так миссию прикольнее сделать. Так, одного. Нет, я помазал. А какого я мазал? Тут дофига стояло три человека, я бы указывал убить троих. Вот так и взял и помазал. Ладненько. Давай. Опа. Жалко, что на Масукову нельзя было так напасть, а? В смысле, где можно было потом бы что-то подступить? Молодец, Эдвард, молодец, как всегда. Так, осталось 800 метров до основной миссии. Фух. Я специально записываю долгую миссию, такую длинную, чтобы, ну, дабы просто я не факт, что... Да, снизитесь месяцем, да? Не факт, что просто я запишу 16 часть, ну, на воскресенье, что, поэтому записываю долгую. Надеюсь, вам правда понравится. А, видите, как теперь мы равны, друзья. Все. Так, улучшение. Так, настоящий момент. Настоящий момент в каюте капитана доступны улучшения. Подожди. Опа. Сахар. Погнали, все. Опа, чувак за бортом. Надо спасти. А ты говорите, как они, какие, пока не получается находятся, да? Бедняга выжил. А, вот, получается, он на плоту находится. Круто. Опа. И валили. Чуть-чуть не питались, а. Ух, еле успел. Погнали. Фух. Я надеюсь, вам, правда, моя миссия понравится, 13-я. Она очень интересная. Да, правда, я давно должен был уже выполнять. Ну, вы понимаете, а. Ладненько. Убрать крюс Марселе. Пока забью болт на них. В принципе, да, мне нужны материалы, согласен, но... Фух, дорогие друзья, я и так уж долго затруднился, именно задевался, поэтому пойдемте уже наконец-таки выполнить нашу основную миссию. Слева, капитан, в воде какой-то груз. Хотя, в принципе, сейчас уже каждая миссия, еще один груз. Каждая миссия уже будет еще длиннее предыдущие у меня. Я, конечно, не буду ждать их по 2 часа, но 2 минут 40, они точно у меня будут. Так, подожди, давай. Эта миссия у меня точно получится, наверное, может даже и час. Я не знаю, сейчас сколько она сейчас по времени идет. Ну а я ничего не буду удалять, ничего не буду заменять, не меня обрезать. Все оставлю как есть. Все, так, этот груз потом возьмем. Так, это куда мы приплываем, получается? Что это у нас за... У нас тут земля, сэр! Я понял, что земля, а куда именно мы приплываем? Подожди. Опа. Все, ребята, тут мы швартанемся. Ой, притормозим. Вау! Офигеть, а! Капитан, за бортом! Чистая вода. Да, надо будет тебе патроны на пистолет пополнить, а. Вау, блин. Мне нравится эта игра. Сейчас я быстро выполню основную миссию. В принципе, опа. Андреис Олейнт. Доступно быстрое перемещение. Разблокировано быстрое перемещение. Круто. Так, что мы можем тут купить? You require my services? Я не помню, что ты говоришь, но не важно. Так, продать. Грузы. Опа. Уже 8 тысяч у меня будет, или около 9. Так, и ром. А ром вообще, ром, серьезно, на 15 реалов. Так, купить. Улучшение галки. Я хотел купить корпус себе. Да, корпус нужен. Опа, чтобы был попрочнее, а то суки эти меня быстро валят. Ну все. Теперь галку еще больше улучшил. Опа! А? Теперь корпус помощнее стал. Крутяк, я просто по этим танкам перегал, поэтому бывает говорю броня. Поэтому, ну, я обращаю внимание на это. Ладненько, я в 13-й части все-таки офигенно галку улучшил. Да, опа. Это кто у нас такой? А, урожай сохранного тростника. Это у нас наш друг.
отпрыск самого Уильяма Кида. Совсем юнец, но такой же озорник, как покойный отец. Весьма рад встрече, Кенуэй. А ты все так же элегантен. Стянул костюм у какого-нибудь франта в Гаване? Нет, сэр. Я снял его с трупа, принадлежащего хаму, оскорбившему меня прямо в лицо. Ха. Что ж, ходят слухи о нападении на плантацию. От меня ведь нет секретов? Похоже, что нет. Каждый день мимо проходят шхуны с сахаром. Везут с соседних плантаций. Они достаточно часто причаливают сюда поторговать. Есть один человек, на котором можно хорошо нажиться. Пожелаешь ограбить плантацию, я его покажу. Пожалуй. Я в деле, мой друг. Ну, позже, мне кажется, сегодня какая-то... Этой плантацией владеет господин Бекфорд? Джеймс Кидом. Именно так. Кидом. У него много плантаций, и он безумно богат. Таких-то и нужно грабить. Где-то здесь есть его человек. Проследи за ним, и он выведет тебя к цели. Окей, окей, спасибо тебе. Спасибо на эти повери ногой Бекфорда. Бекфорда, блин. Тут только еще у них и фамилии. Бывает, бляж, язык запинается их читать. Так, группа фамилианимуса, это потом. Ага. Вот, идите за проверкой. Я очень рад, что вы так считаете. Хоть ваше предприятие и несколько сомнительно, вы кажетесь дельными людьми. Пока в кустиках отдохнем, а? Чтобы они нас не спалили, а? Чтобы он нас не спалил. Поверенный. Так, аккуратненько, аккуратненько. Идем с людьми. Ну, мы у нас компания, все так. Мы в компании, нормально все. Видите, он повернулся даже, по-моему, а? Или нет? Не, показалось мне. Такой важный, такой чувак, блин. Блин, сундук сзади, а? Маленько сундук потом возьмем, а? Ой, таверна еще. Я же говорю, видите, он тормозит. Он тормозит. Видите, такой крутой плащ такой свой. Сдернуло. Ну, вы понимаете. Опа, еще тут контакт есть. Блин, надо срочно сейчас спрятаться. Фух, блин, чуть не спалил меня. Я, конечно, убить могу легко его, но пока нельзя. Фух, тут красненький тамплиер у нас. Блин, да он только повернулся, буквально метр, два метра прошел, даже, ну, даже меньше метра, может быть. И опять повернулся. Бофорд, Мэннинг, ко мне. Здесь мы закончили. Да, сэр, куда дальше? Вернемся на плантацию и загрузим трюмы товаров. Урожай в этом году удался. Говорите тише, сэр. Это ведь не дружественный порт. Глупости. Я только что чудесно пообщался с одним местным. Мы пришли к соглашению. Как скажете, сэр. Опа, как я их, а? Ваня, конец времени. Поднять флаг, парни. Пора домой. Так ты видишь, что я ворвал галки, а? Твою медь, а. Бегом, бегом, бегом. Я не знал, что еще придется бежать, а. Ты если бы знал бы, блин. Ладненько, я должен успеть. Давай, давай, Эдвард, давай. Эдвард, давай. Бегом, бегом, бегом. Эдвард, Эдвард, я в тебя верю. Давай, 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 давай. Блин, как их эпично убил, прикольненько, а. Двух рук. Так. Фу, все, погнали. Смотрите, за капитан, поверенного. Вы задумали нечто рискованное? Этот взгляд мне знаком. Да, ты прав, Аде. Я только что слышал, как один из людей Бекфорда похвалялся своей плантацией и складами там. Думаю, мы могли бы избавить его от этих товаров и продать по куда более выгодной цене. Ни хрена себе корабль! Не, линейный корабль. Славная мысль. Не, не, я не. Только за. Видите, друзья, если я 24-го корабля победить, то 36-го линейный, не, не смог бы. Запретные зоны, ну типа я понял, красненькие зоны, типа, эти меня пипец. Эти воды охраняют, сэр, идем тихо. Стой, Аде, впереди враг. Избегайте я стычек. Избегайте стычек. Блин, не, не вижу это задание, я сюда и проваливаю. Там в воде добыча. Я всегда проваливаю это задание тупорывое. Никогда не даю, если их выполнить, а.
Эти, блин, гребаные. Избегайте стычек. Хотя нет, был один раз, выполнил. Когда мы захотели спасти мудреца. Да. По-моему, это и был один раз, когда я выполнил это задание. Все такое. Блин, он все свалит от нас, а. Ускориться нельзя. Блин, стычек избегайте. Ладненько. Попробуем. Ничего не обещаю, конечно, что получится у меня, но я попробую. Стычки избежать. Хотя чисто хочется их, блин, да сейчас не бивать меня. Цель потеряна, блин. Видите, я пытался стычек избежать, и цель потеряла. Пипец, а. Ну, Дима, ну ты даешь, а. Ну ты... Ой, Аде, впереди враг. Я вижу. Доп задание, тупое. Опять все, вперед! На самом деле тупое доп задание, друзья, я не люблю. Сколько есть? Слева по борту, задание. Тут стычек плавает чей-то груз, капитан. Я вообще не любитель постоянно убегать, ну, честно, тем более, это когда-то не правый нужно. Правый борт, Кэп! Там человек в море, Кэп! Внимание, держитесь на расстоянии от цели. Меньше ход! Я понял, что на расстоянии от цели. Фух. Они так еще быстро разворачиваются, а? Честно, дорогие друзья, я не люблю топ задания, хоть меня избегать стычек, там убить, выстрелить, выследить. Как-то типа прыгать сверху убить, ну вообще убить, поискать любыми вариациями, да. Но, сучка, блин, избегать стычек я не люблю, а. Просто большинство раз я правда просираю, а. Так, держитесь на расстоянии. Понял, понял. Ослабьте. Живо, живо, живо! Нельзя, чтобы он спалил. Надо держаться именно, как сказать, не слишком далеко ветер. И не близко. Ну, в принципе, все паруса отдать! Мы же преследуем. Давай, поэтому, да. Красотка, расправь крылья! Красотка. Спусти промзеля и бомбромзеля! Блин, это вот классный капитан. Она потом будет себе костюм поменять. К 14 серии. Да, я думал, все-таки короткая миссия будет тем бредема. Ограбил сахарный тростник, плантацию сахарную, и все. Ты получается, если надо следить, надо выследить. Это я не знал. Блин. Да, походу моя миссия капец такая долгая получится. Паруса отдать! Ну думаю. Час. Поднимаем все паруса! Так. Избегайте стычек. Это человек Питера Бекфорда. Слыхал о таком? Сахарная империя Бекфордов. Да. Бекфорда и Драксы. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают их. Ты работал на плантации, да? Да, на небольшой. Я тогда работал в варочной. В варочной? Что же там варят? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Делать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, потом перетирают между железными жерновами и давят сок. Потом, чтобы выпарить воду и получить сахар, мы кипятили собранный сок в огромных медных чанах. И знаешь, брат мой, нет ничего горячее кипящего сахара. Он липнет к коже, как птичий помет, и жжет, оставляя страшные шрамы. Господи! Слева по борту! Этот бедняга выжил! Да уж, блин, видите, ветер подул, а? Капец, ветер подул, а? Да уж, давали, жалко тебе, честное слово. Очень идем в шторм, жалко. Капитан! Кто это у нас? Не, блин! Не зачем? Накидывает! На расстоянии держаться. Капитан Навах! Роты отдать, вперед! Ого-го! Что это слишком такое? Слишком близко вставать нельзя. Заведите галку. Солдаты с плантации точно поймают нас. Бросаем якорь, ты на берег, мы присмотрим за галкой. Ой-ой-ой! Еще парусов! Блин. Образцов ветрей к ветру! Живее, ух, ребята, да. Лишнего не дам! Кейт Элленд. Элленд, блин. Тут, конечно, так, еще плюс доступно прикольное быстрое перемещение. Ладненько, друзья, миссия правда офигенная получается, интересная. Опять время. Повредите сигнальные колокола. Колокола, да. Имейте. Опа, статуя какая-то. Ладненько, нет времени на нее. Еще повредить. Да если бы я успею. Я бы с радостью повредить хочу, а. Так, колокол один поврежден.
Есть. Так, я сделаю все, с чего надо достать до Марса. Фух. Что здесь случилось? В чем дело? Отметили, сэр, вот и все. У Джонса именины. И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? За мной следили по пути сюда. Если не ошибаюсь. Хотя корабль был скандинавский, для этих не казалось. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного! По времени напишать. Шевелись, работа не ждет. Набухались. Простите, бы. Сэр, я буду смотреть в оба. Капец, очень рад на самом деле, что эти дебилы набухались. Я еще позже буду их убить, а. Он ведь один считается. Ох мой, что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты мертвецки пьяный на ногах не стоишь? Да все хорошо будет. Как там тебя зовут, блин, хрен поймешь. Так, блин, они подходят рядом. Ну не все они пьяные, а? Не все. Блин, там еще стрелок сверху. Это важно. И это важно. Твою мать, а! Ах, твою налево, а! Колокол повредил, не помню, топ здания, а провалил эту послушку, а! Ну блин, ну что такое, а? И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, я заново. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? За мной следили по пути сюда. Если не ошибаюсь, пираты. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного! Блин. Зараза, стрелока. Твою мечту, стрелок ты с меня сбор. Эй, наверху, шевелись! Работа не ждет! Простите, сэр. Я буду смотреть в оба. Ты падла. Лучше не смотри, а. Сука, жалко, что мне пока нет еще с дротиками. Ох мой, что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты мертвецки пьяный на ногах не стоишь? Простите, сэр, я в норме. Если увижу что-то странное, тотчас же ударю в колокол. Обещаю. Фух, да куда ж придется с ним до него идти? Блин, опять сейчас могу просрать. Не-не-не, нельзя просрать, нельзя. Один раз хватит уже, хватило. Капец, чуть не спалил, блин. Поврите кого-кого, там еще чувак. У кого из вас недоумков ключ от склада? Ну? Так, этот дебил мне больше ключ, не нужен. Ключ, черт побери! Найдите, найдите мне ключ! Трезвых здесь совсем нет? Дайте мне ключи от склада! Надо будет найти этого обладателя. Алло! Закрывай свое. Так, это не ты. Где же этот гребаный обладатель ключа? Да уж, блин, нужен ключ найти срочно. Да, Эдвард, я понял тебя, понял. Так, и где же наш вот он, обладатель ключа. Сейчас я, конечно, могу их всех поубивать, в принципе, уже не париться на самом деле, а.
Как я их видели, да, ребята, а? Дай пофигу, давай подеремся. Давай, давай. Давай, это Ева уже скрываться, а. Теперь я упомню только здание. Теперь я могу спокойно лево и направо их убивать, а. Вообще просто еще интереснее миссии сделать, а. Да, она получится на час у меня, скорее всего, с апартетов. Но, друзья, правда, очень она получится прикольная и интересная. Поэтому огромное всем спасибо за поддержку. Респект и уважуха, вы все молодцы. Так, этот дебил меня достал. Чего не? Он меня бесил. Капец как бесил. Так, теперь быстренько фрагмент. Молодец. Я просто еще хотел давно его убить. Так, теперь ограбьте склад. В принципе, сейчас мы грабим склад и миссия завершается. Поэтому перед тем, как ограбить склад, я очень хочу с ней помахаться. Просто мало махачки было на самом деле в этой миссии. Но она была... Нет, было больше бойни на корабле. А вот махачки на суше было мало. Поэтому я хочу это исправить. Ай, офигеть, а. Он крутяк, а. Ну, молодец, Эдвард, да? Так, у нас, блин, мало реалов на самом деле. Около 4500. Около 5000. Просто подошел, кокнул и ушел. Опа, сундук. Давайте. Вау, это классная вещь. Так, возьму пушку его. Он только ко мне прыгнул, я его кокнул сразу же. Блин. Ладненько, правда, я сейчас ограблю склад, просто парочку дебилов поубиваю, 2 сундука возьму и все, и пойду, а. Пойду уже наконец-таки грабить склад. Ну, блин, ну правда, надеюсь, вам правда понравится. Просто напишите в комментариях, вам понравилась моя миссия. Ну что, или нет. Если она долгая, или пойдет. Напишите просто в комментариях, пожалуйста, к миссии до конца посмотрите. Скажите, она получилась слишком долгая для вас? Мы хотели бы, чтобы я сделал покороче, чтобы я сделал по 40 минут. Или она получилась интересная? Как посмотрим, пишите, пожалуйста, потом я приеду домой. Я посчитаю, кого ж комментарий. Правда, спасибо вам. Ну или просто, в принципе, по телефону посмотрю. Зайду через, ну, на свой аккаунт. Фух, ладненько, что ты у нас тут, а? Ну-ка. Ух ты, контент разблокирован. Ух ты, что-то там какой-то контент непонятный. Вау. И что-то новенькое себе взял. А, я себе взял нож метательный. Круто. Ой, прости. Сори. Еще сундук. Вау, да сколько тут сундуков. А ух ты ж. Блин, это классная игра. А вот этот дебил, а. Ха-ха-ха-ха. Опасно, сука, он достал меня. Я столько за ним следил, что он доел мне уже. Его болтовня, типа, грязные пираты, как не могли корабль такой раздобыть, это не чуждо им. Я взял, сука, и убил его. Ну, в принципе, на самом деле, дебил этого заслужил. Так, сейчас последнего придурка убиваем. Блин тебе, а колку повреждет, дебил. Так, еще фрагмент анимуса. Получается, где он? Опа. Ох ты, надо забраться наверх, да? Давайте. Теперь надо будет еще и сундук ограбить. Так, если я не ошибаюсь, получается, фрагмент анимуса это тут взять. По возможности можно, да? Нет. А сука, блин, не допрыгнул. Не допрыгнул. Ну, я, в принципе, в правильное направление подумал. Сейчас мы все исправим. Так, просто вот оно что. А не получается, тут не получается, тут так, это по-другому. Блин, только как? Может это дерево? Ну-ка. Не, походу и дерево это тоже не вариант. Все-таки. А, все. Вот что как. Я теперь я понял. А чтоб тебя, Эдвард. Эдвард, ты же крутой. Давай. Во, оно чё. Во, так надо было сразу, так, всё. Кейт Элленд. Я собрал в этом острове все фрагменты анимуса. Ну-ка. Получается, собрал почти все сундуки. Ну все, ребята, пошли наконец-таки, я ограбил этот склад с сахаром. Я всё-таки очень люблю вкусности сладенькие. Если вы кушаете, приятного вам аппетита. Ого! Склад ограблен, вы захватили груз. Дерево, металл, ткань, ром и сахар. Бонус не звонил ни один колокол. 400. Ха-ха. Ой, круто, а.
дали. Блин, это офигенно, честное слово, урожай сахарного тростника. Если сейчас под названием урожай сахарного тростника завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, сейчас подождите, я скажу, сейчас я завершу. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. И спасибо вам всем за поддержку. Респект и уважуха вам все мои новые и старые будущие друзья. Вы молодцы. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.